попал в сеть. Пристыди своего парня. В интернете набирает популярность новый тренд. Девушки выкладывают фотографии жилищ своих неряшливых бойфрендов. А все началось вот с этого снимка. Некая Лорен поделилась с подписчиками своей тяжелой ношей. Мол, любит парня, который спит на голом матрасе рядом со своей игровой приставкой. Ну и оказалось, что в подобном несчастье она не одинока. Грязная посуда, всякий хлам, провода повсюду. Некоторые комнаты больше напоминают свалку, а не жилые помещения, а где-то явно уже зародились конкурирующие формы жизни. Но парней это, видимо, не смущает. Вот где точно, Лена, не хочется мусорить, да и кто позволит, так это в новой машине, особенно если она дорогая, солидная, элегантная. А вот эти вот стоячие носки можно и дома оставить, да? Ну, вообще, можно ли вот элегантность, качество совместить с практичностью и выносливостью внедорожника? Мы сейчас в машине. Пусть нам все расскажет Иван Зинкевич. Давненько у нас не было ничего свежего от Toyota. Сегодня на тесте один из последних внедорожников компании Fortuner. Этот автомобиль появился недавно. Построен он на основе Hilux. Дизайн кузова интересен вздыбленной подоконной линией, которая придает модели индивидуальность и позволяет легко выделить ее в толпе других автомобилей. Цена тестового экземпляра 2 миллиона 905 тысяч рублей. Главные конкуренты – Mitsubishi Pajero Sport, Kia Mahav, а также еще один рамник от Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль не самый крупный, однако японцы сумели разместить в нем три ряда сидений. На третьем, правда, взрослым тесновато. На потолке располагаются дефлекторы системы вентиляции и блок управления кондиционером для задней части салона. Водителя автомобиль встречает удобным креслом и изобилием сервисных функций. Мультимедиа-системой с 7-дюймовым экраном, электроподогревом руля, тремя медиаразъемами и климат-контролем. А еще здесь есть сразу два перчаточных ящика, причем верхний охлаждаемый. В жаркую погоду это решение трудно недооценить. В нашем распоряжении дизельная модификация. Ее четырехцилиндровый мотор при рабочем объеме 2,8 литра развивает 177 лошадиных сил и 450 ньютон-метров крутящего момента. Цифры солидные, однако динамика воображения все-таки не поражает. Максимальная скорость составляет 180 км в час. Автомобиль стал удобен не только за городом, но и в городе. С экономичностью также полный порядок. За 100 верст пути он съедает 10 литров солярки. Для машины со снаряженной массой 2250 кг аппетит весьма скромный. Управляемость достаточная, учитывая, что это рамный внедорожник. Конечно, плавность хода не как у седана, зато энергоемкость шасси высочайшая. Полный привод теперь можно подключать на ходу, и ограничений по скорости движения на нем нет. Дорожный просвет в 225 мм и малые свесы позволяют спокойно преодолевать большинство препятствий на одном только заднем приводе. А если подключить переднюю ось, задействовать понижающую передачу и заблокировать задний дифференциал, то он превратится в серьезный вездеход, которому нипочем даже самое суровое бездорожье. Fortuner порадовал ярким запоминающимся дизайном, экономичным тяговитым двигателем и высокой проходимостью. Это настоящий крепкий внедорожник, которых в этом классе осталось мало.